играю на ческом с международным мастером из США. И он против меня разыграет английское начало сейчас. Выставлю слона на f5, это уже переход в дебют рейте. Здесь ход ферзь b3 идет. Попробую сыграть здесь слон d7. С идеей на ферзь b7 ответить конь c6. И получаю какую-то активную игру за пешку. То есть дальнейший мой план — это продвижение e5 и пытаться опередить соперника в развитии. Получили, в принципе, неплохое развитие. Здесь центр. И соперник еще не рокернулся. Может быть, получится этим воспользоваться. Е4 сразу хочу попробовать продавить Е3. Разрушить королевское прикрытие. Слон b4 нельзя из-за промежутка еф. Поэтому, наверное, нужно куда-то отходить конем, или же брать ДЕ, на что тоже ДЕ последует. И там уже Е3 крайне неприятно. Угроза будет. А куда отступать конем — тоже вопрос. Где-то можно и под G5 попасть. Мне кажется, дебютная ловушка такая с жертвой на B7 нам удалась. Определенно есть у белых здесь проблемы. Все-таки взял соперник, тоже беру. По-прежнему нельзя слон b4. Так, все-таки играет так. Не понял, а почему мне нельзя взять еф? Что-то я не вижу на этот ход. Ладно, забрал. А, ну он таким образом просто сдает мне фигуру обратно. Чем брать на b4 лучше? Наверное, конем. Ну и здесь я просто остаюсь лишней фигурой по дебюту. 2-0. Хочу где-то слон c6 еще разменяться. Но расслабляться все равно не стоит, потому что тяжелее всего выиграть как раз-таки выигранную позицию. Привязаться к пешке Е2 еще и грозить разменом ферзей. Также нужно не забыть короля где-то на Е7 перевести поближе к центру. Все-таки уже эндшпиль. Он пытается организовать контр-игру на ферзевом фланге за счет проходной. Попробую помешать ему это сделать. На b7 вроде как слон d5 есть ход, и пешка b7 уже в скором времени должна быть проиграна. Тут просто забираю и где-то конь c5, наверное. Вроде можно так играть. И не вижу, если честно, что делать с этой пешкой b7 белым. То есть, если я сейчас заберу ее, всего лишь одна пешка за коня останется, и это, естественно, позиция проигранная для белых. Конь d5, есть, конечно, еще пару шахов где-то тут.
Вряд ли они что-то им дадут. Король d6 есть, ладья d1. Страшно это для меня или нет? Вроде нет. То есть там нету такого какого-то активного отступа конем. Правда, здесь вот конь f5 находится какой-то маневр, и он пытается еще защитить пешку. Но все равно конь b7. Такая пешка не держится. Естественно, забираю конем, чтобы конь d6 не получить. И сам уже играю. Так, ну вроде как f5 тут проходит, по моим подсчетам. На e4. Два раза бью и иду королем на d6. Преследует моего коня. Ну, я успеваю встать на g6, и тут уже партия решена. Ну вот получилась интересная партия по дебюту, как раз вот эта вот ловушка, провокация взятия на b7 сыграла свою роль. То есть за счет того, что у меня появилось 3-4 темпа за эту пешку, я очень хорошо развился и сумел создать атаку. То есть я думаю, конечно же, и белые где-то неправильно защищались. То есть, может быть, нужно было раньше рокировку сделать или же какой-нибудь c3 пойти, но после хода e4 как минимум нужно потратить очень много времени белым, чтобы разобраться в этой позиции и не получить просто хуже, как случилось в партии. Но белые этого сделать не смогли.